Россию не может не беспокоить концентрация Киевом военных и техники на линии соприкосновения в Донбассе, что говорит о подготовке Украины к наступательным действиям. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Реальность характера этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Такая угроза сейчас есть. И действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве на начало этой операции. «Нас это не может не беспокоить», — сказал Песков. Он отметил, что угроза провокаций со стороны украинских вооруженных сил в Донбассе сейчас выше, чем ранее. В то же время немецкое государственное информационное агентство Deutsche Welle, ссылаясь на Главное разведывательное управление Минобороны Украины, утверждает, что с начала января Россия тайно завезла в ДНР и ЛНР железнодорожным и автомобильным транспортом более 7 тысяч тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийных установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.